В ночь с субботы на воскресенье в психоневрологическом интернате Воронежской области при пожаре погибло 23 человека. Причины происшествия выясняются, но в связи с трагедией по всей стране сейчас проходят внеплановые проверки пожарной безопасности таких учреждений и учебной эвакуации. Внимание, пожарная опасность. Лидия Сергеевна, принимайте больных. Минута 10, и все 55 пациентов плюс персонал находятся на улице, и им не угрожает опасность погибнуть в огне. Такие тренировочные занятия в Видновской психиатрической больнице проходят регулярно, раз в квартал. Может, в этом и кроется залог отлаженной работы при эвакуации. В случае возникновения пожара каждый сотрудник точно знает алгоритм своих действий, а главное, умеет успокоить пациентов. Самое главное знать – это модель поведения данных пациентов, потому что они зачастую находятся под воздействием различных препаратов медицинских, потому что психиатрическая больница подразумевает применение таких препаратов. Знать их место расположения, моторику, кто может двигаться, кого необходимо выносить с помощью носилок, которые здесь тоже имеются. Помимо регулярных тренировочных эвакуаций, ежедневно с медперсоналом проводится инструктаж по проведению противопожарных действий. В принципе, дает свой результат, что мы видели на сегодняшних учениях. Результат был хороший. Учения закончились, и учреждение вернулось к обычному ритму жизни. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.